Здравствуйте, это мой первый видеоотчет. Хочу поделиться теми результатами, которые произошли у нас после общения с Давидом. С Давидом мы начали общаться с середины августа 2017 года, и у нас прошло 3 сеанса. Так как на улице лето, мы каждый день выходим на улицу с ребенком, идем на школьный стадион, чтобы покататься на велосипеде. И изо дня в день я наблюдала то, что ребенок катается по шаблонному маршруту. Он обычно делал два круга, затем спускался с велосипеда, залезал на небольшой турник, после чего опять садился на велосипед, проезжал аллейку и катался взад-вперед 6-7 раз. И мы уходили домой, так как ребенок больше не хотел кататься, хотел домой. Так вот, после сеанса с Давидом на следующий день я заметила, что маршрут ребенка изменился. Он стал более разнообразным. Ребенок начал кататься посередине стадиона, начал объезжать деревья, столбы, ворота. Одним словом, его маршрут стал уходить от шаблонного маршрута, что меня очень удивило и, конечно же, обрадовало. Также ребенок стал проявлять желание и интерес к игре догонялки. Он начал догонять меня, затем я его догоняю. Таким образом мы начали с ним играть в эту игру. Это очень здорово, весело. Хочу выразить огромную благодарность Давиду. Большое вам спасибо за то, что вы делаете для нас. Также хочу сказать о тех изменениях, которые произошли со мной. Я заметила, что после сеансов с Давидом и со Светланой я стала более спокойна. Если раньше я была очень раздражительной, очень нервозной, то после сеансов я стала более спокойна, более позитивно настроена. И, видимо, считывая мое то внутреннее спокойствие и позитивный настрой, ребенок тоже стал более спокойным. Выражаю огромную благодарность Давиду и Светлане. Большое вам спасибо за все хорошее, что вы делаете для нас. Спасибо, до свидания.